Вон то осторожно, не порежься. Стекло, пакеты и пластиковые бутылки. Большие мусорные мешки наполняются за считанные минуты. Берег реки Самары у поселка имени Шмидта вышли убрать волонтеры. Ольга Захарова пришла навести порядок на пляже вместе с детьми. Я много слышала про этот пляж, хотя сама ни раз не была. Поэтому решила прийти. Конечно, я увидела, что он очень грязный. Ну, конечно, нужно помочь убрать. Мы убираем здесь большинство стекол, мусора, везде на дорогах валяются. Даже на речке есть. Добровольцев собирали в сети интернет. На зов откликнулись десятки человек. Мы писали несколько раз, требовали обратной связи, в общем, и отдельными сообщениями посылали. Также по старшим по улицам такую вот весть распространяли, в общем, клеили объявления. Ну вот основной упор был на молодежь. К уборке пляжа вместе с остальными самарцами присоединился председатель городской думы, депутат от железнодорожного избирательного округа Александр Фетисов. Безусловно, если вот эта среда будет чистая, будет благоустроенная, нормальная, то и люди будут соответственным образом и относиться к месту своего проживания, к месту своего отдыха, и, наверное, не только на этой территории. Только уборкой мусора на пляже не ограничится. В ближайшее время планируются работы по очистке дна у берега. Лариса Шлафаст, Константин Головин, события.